пригороде Махачкалы произошло ужасное ДТП. 5 человек погибли, 7 получили травмы, передает Минздрав Дагестана. За их жизнь сейчас борются врачи. Напомню, авария произошла около 10 утра. Водитель КамАЗа, по предварительной информации, из-за отказа от тормозной системы не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель», после чего зацепил еще несколько машин. Ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии прокуратура республики взяла на контроль.